Здравствуйте, уважаемые угличане! Мы с вами на хорошем таком ярком солнечном склоне Приволжском, у самой Волги, рядом с поселком Алтыново. Чем нам понравился этот склон? Ну, прежде всего, он сейчас в таком хорошем многоцветии. Из-за того, что солнца здесь предостаточно, места такие суховатые, здесь много растений, которые вот такие условия любят. Вот видите, вокруг кисти свисают этих репешков. Интересное растение семейства розоцветных, родственные кровохлебки лекарственные. Она тоже очень лекарственная, это вот самый репешок обыкновенный. Колокольчику несколько видов. А из среди них самый распространенный, самый интересный, это колокольчик крапиволистный. Самые крупные цветы, вот, и листья похожи на крапиву. Точно, как будто крапива. Остро изрезанные края. Вот, а все такое название крапиволистный. Он декоративный. Его выращивают в искусственных условиях на клумбах. Вот. Рядом колокольчик болонский, вот с такими продолговатыми такими султанчиками. Мелкие цветки вдоль всего стебля усажены. А вот этот колокольчик, вот здесь прямо у асфальтовой дорожки, это вообще уникальный. Почему мы здесь остановились? У него листья, видите, похожи слегка на крапиволистные, только не изрезанные, не пильчатые. И вот такие цветы, прижатые к стеблю, очень такие фиолетовые. Здесь куртинка так прямо вся фиолетовостью выделяется. А главное, что это колокольчик очень редкий для наших мест. Называется рапунцель видный. У нас редко можно так на крутом берегу Волги где-нибудь встретить на Волжском водохранилище, на бровочке такой. На самом бровке берега, где мы рядышком с кустами, так кое-где попадается, редко. И вот здесь я увидел его. Поэтому не удержался, чтобы не снять его, не показать вам. Это редкость. Ну и здесь же зверобой лекарственный в изобилии, много лекарственного зверобоя. Вот там везде метелочки тоже виднеются желтые. Зверобой продырявлен, цветет еще, все хорошо можно заготавливать. Продырявленный почему? Потому что вот на листочке, если мы на свет посмотрим, мелкая-мелкая такая бисер, такой мелкий светлый свет, железочки такие просвечивают. Очень-очень мелкие, поэтому называется продырявленный или перфоратом. Самый есть лекарственный, в отличие от макулятума, от пятнистого, у которого листья пошире, вот, и которые не, на свет не дают светлых таких пятнышек, точечек, бисеринок. Вот, он называется пятнистый. Вот. Ну и, наконец, главный герой нашего сегодняшнего рассказа про вот это вот луговое изобилие, про эту луговую красоту, вот это вот растение. Вот, растущий как раз где-то редко колокольчика рапунцеля видный. Как вы многие знаете, это цикорий обыкновенный. Ну, то, что обыкновенный, может, не все знают, но название его цикорий полный обыкновенный. Потому что цикорий у нас около 10 видов. Все они происходят из теплых стран вокруг Средиземного моря. И родина, там его происхождение культурного цикория. А это растущий в диком виде во всей Евразии. Северный, да, ну не вообще, в Западную Сибирь его занесли как сорняк, он на полях попадается в виде сорняков, поэтому попал туда в Западную Сибирь как сорняк. Как у нас васильки с рожей попали, та же самая цикорий туда проник. А так-то в Северной Европе у нас до самого юга, вот, любит прижиматься больше в степных, в лесостепных и степных районах, потом переходит к нашу зону лесную, ну тоже, видите, сухие места выбирает, похожие на степные, так, довольно-таки высокое растение. Вот, имеет своих родственников в большом семействе астровых, это огромное семейство, 20 тысяч или даже 25 тысяч, видите, какая разница в подсчете. Очень много разных видов этого семейства астровых. И вот он один из представителей этого огромнейшего семейства астровых. А ближайшие родственники – это и одуванчик, это, допустим, и козлобородник, из карценера, и горчак, вот эти он желтые корзиночки, у него здесь высокие, горчак растет, и осот, тоже желтые корзинки, и много других могу назвать. Итак, цикорий обыкновенный. Что еще хочу про него добавить? Ну, во-первых, он известен своим корнем. Я вот пытался выкопать, чтобы показать вам корень, какой у него корень у цикория, так? Вот. Ну, не получилось, только немножко отрезал, остальное позже осталось, крепко уцепился. Но он все равно небольшой, примерно вот такой вот длины, разветвленный, так, не такой он ярко выраженный корень, потому что это дикарий, это не культурный цикорий. Ну, срез его такой светлый, и молочко дает корень, как и все растения дают молочко. Похожие его родственники выращиваются у нас на огородах. Кстати, вот Ивановско-Ярославские цикорные плантации давно известны, где-то в Ростовском районе
стали выращивать цикорий где-то с 1800 года. Вот это уже сколько? Уже 210 лет. Там даже в Ростове есть кофе-цикорная фабрика. Вот известно. Помните, жидкий цикорий продавался все время в баночках у нас в магазинах. Вот. Как раз он, этот экстракт жидкого цикория готовится из корней, из корневищ цикория, который выращивается у нас в огородах. У него огромные могут быть корнеплоды, даже больше, чем у сахарной свеклы. То есть выведено много сортов. Есть листовые формы цикория, так называемые салатные. Как получился этот огородный цикорий, который проник к нам в Ростовскую область? Получились гибриды между листовыми формами и корневыми формами цикория. Вот. Гибридизацию произвели, или произошла она естественным путем. И вот образовался такой сорт, который дает хорошие корни, а в корне много инулина. А инулин – это вещество, которое применяется для выработки фруктозы, сахарозы, вот этих сахаристых веществ. Ну и, конечно, естественно, как суррогат кофе применяется, как добавка кофе-продукта. Вот, естественно. А сам-то инулин – это вещество сахаристого строения, что ли, содержания. В нем много-много молекул сахара, фруктозы. Инулин вырабатывается во всех частях, в клетках растений всего, в листьях, в цветках. Вот. Особенно, вот, допустим, вот сейчас, когда цикорий цветет, в цветочных обертках в этих, скапливается, потом перетекает уже к концу отцветания по стеблю в растворенном виде в корень и откладывается в нем. Цветет оно не весь день, а в определенные часы. Это во второй половине дня закрываются цветки. Вот. Бывают белые формы, не только темно-голубые, а бледные, светлые формы. Вот такой небольшой рассказ. Мы попробовали построить с вами. Придя вот на этот луг на берегу Волги около Алтынова.